Ребята, всем привет! Получила посылку от Мылоопт. Оставила, правда, на новой почте саму коробку, потому что ее бы не донесла. А вот, в принципе, позиций у меня немного, я их вот могу показать. Я их только что распаковала. Смотрите, значит, получила я, вот, смотрите, корзинка из Бука круглая, начну снизу. Заказала я 30 штук, вот такие вот они, корзинки идут. Все посчитала, таки 30, все правильно, никто не обманывает, так что все окей. В принципе, все ровные, ну, насколько это возможно, все чистенькие, то есть проблем нет. А потом дальше, баночка Кипр 5-миллилитровая, вот они, у меня где-то 40 штук. Я их все просмотрела, единственное, что еще не успела, это самое, пораскрывать каждую, но я думаю, что все хорошо. Там видно, что все ровненькие, срезики нормальные, проблем не должно быть тоже. Корзинка из Бука порционная для мыла. Вот они идут. Вот они такие порционные корзинки идут. Я их заказала там около 20 штук, по-моему, даже 20. Вот, тоже их проверила, они все одна в одну, так что все классно. Потом пакет прозрачный средний. Я их уже спаковала вот сюда. Я заказала 100 штук, они по 50 штучек идут вот в зип-пакете запакованные. Вот две такие мне пришло. Вот они помеченные, что по 50 штук. Дальше в моей посылке была черная глина и делимон. Но черную глину я забрала себе... Ой, поставила в другое место, сейчас буду ее доставать. Вот она... Это штука, которая антиоксидант и растворитель. Он очень хорошо в скрабы его добавлять. Он пахнет таким, как вам сказать, ну, типа лимонным каким-то таким, что ли, цитрусовым. Контроль первого вскрытия есть, так что все хорошо. И, собственно говоря, последний компонент это черная глина. Вот она идет у меня. Вот такая вот, фокусируйся. Здесь 20 грамм черной глины, она закрыта, она не рассыпается. Цвет вот черный, как можете видеть. Все аккуратненько. Все, спасибо вам, ребята, за внимание. Буду заказывать еще. Где-то у меня посылка вышла гривен на 350 как раз, и доставка у меня была бесплатная. Так что буду заказывать еще. Всем пока.